Уважаемые, любимые, неповторимые наши женщины, примите океан поздравлений с 8 марта. Будьте всегда такими же неотразимыми, как мой бросок через бедро. Да, да, и будьте всегда такие же красивые, как все победы Бабайсара Сайкиева. И помните, вы всегда можете опереться на наше мужское волосатое плечо. Поздравляю! Поздравляю! Добрый вечер. Я ваш сомелье, я помогу вам выбрать вино для сегодняшнего ужина. О, спасибо. Спасибо большое. Не за что. Портвейн крымский по 100 грамм. Секундочку. Джинсы, кеды, модный гаджет, доступ в интернет. Все, что нужно тем, кому всего 20 лет. Даешь молодежь настроение в порядке. Молодежь от Москвы до Камчатки. Даешь молодежь, отдыхаем красиво. Даешь молодежь на экранах расти. Ты в зоне веселья, ты вместе с друзьями. Пока молодой, повторяй вместе с нами. Даешь молодежь, настроение в порядке. Даешь молодежь от Москвы до Камчатки. Даешь молодежь, отдыхаем красиво. Даешь молодежь. Милые дамы, с 8 марта! Поздравляем всех тёлочей с праздником и хотим подарить вам самое ценное. С луком и мясом. С праздником, ё-ма. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы не из нашего общежития, до свидания. Вы что, не знаете? Я здесь по поручению президента. Да-да-да. Я приехал к вам решить одну проблему. Откройте, пожалуйста. В женском общежитии? Именно. Открывайте. Сейчас, сейчас. Пожалуйста. А какая проблема-то? Демографическая. Что? Стой! Стой, паразит! Оля, я люблю тебя, я всегда буду тебе верен, обещаю. Оля, ты не должна ему верить. Ты кое-чего о нем не знаешь. Да? И что же я сделал такого, что мне нельзя верить? Спроси это у нее. Привет. Послушай, я потерял твой номер, я поэтому тебе не звонил. Да я откуда у тебя телефон? Ты же собака. Мне надоело каждый день есть кости, хоть бы раз суп приготовила. Я не люблю бегать с твоей стаей, мне не нравится. Мне не нравится, когда меня пинает сторож. И в конце концов, у тебя блохи. Почему ты молчишь? Нечего сказать? А, да. Вот давай вот это мы обсудим, не при людях, хорошо? Ты хочешь поговорить? Отлично. Пойдем поговорим. Пойдем поговорим. Видишь, Оля, какой он. А я никогда тебя не брошу. Эдгар, ты такой замечательный. It's love history. Скоро 8 марта, а в группе ты единственный парень. А дома у тебя бабушка, мама и две сестры. И еще, как назло, ты вчера познакомился с новой девушкой. И всем им нужно сделать подарок. Выход есть. Весенний призыв. И целый год вам не нужно думать о женских праздниках. Ведь вокруг вас не будет женщин. Только повариха тетя Валя, которой достаточно будет одной гвоздики. Весенний призыв. Решение ваших проблем. Даешь молодежь! Шакира-психопатка. Привет, Шакира. Вот давай. Отдыхаешь? Ну, извини, ты не отдыхаешь, ты работаешь. Здорово, Таня. Здорово, блядь. Ты чего такой грустный, а? Тебя опять 12-летка воткнула, а?
Слушай, я просто озадачен, что же подарить Диане на 8 марта. А это легко. Просто удиви ее и все. Нет, она не любит, когда ее удивляют. Я ее 14 февраля так конкретно удивил, ей не понравилось. Да? А что ты ей подарил? Ничего. Ох, Тами, как так ничего? Ты что вообще? Вот видишь, она так же удивилась. Потом говорит, вот давай, говорит, больше без этих штучек. Вот никакой оригинальности вообще. Я не знаю. Тамик, знаешь что, подари ей то, что бы ты хотел, чтобы тебе подарили, а? Вариант? Ты знаешь, я сомневаюсь, что грудастая блондинка ей понравится. В натуре! Блин, ну, а что она тебе подарила на 23 февраля? Знаешь, мы гуляли по ночной Москве. Теплый ветерок дул нам в лицо. Большая огромная луна светила, звезды. И она подарила мне носки. Ася, прям аргентинские страсти у вас, а? Да. Знаешь что, ты тогда ответь ей романтикой на романтику. Подари ей один носок, как половинку своего сердца и символ вашей чистой любви, а второй оставь у себя. Клянусь Олегом, оригинальный подарок я еще не слышал, клянусь. Вот видишь, Петя, как говорит наш тренер, дареному носку в дырку не смотрят. Сейчас станем, работаем! С праздником, милые дамы! Для вас маленький подарок. Танец от Германа и Данилы. Данила, 3-4. Это просто 8 марта был. Милые дамы, поздравляю вас с праздником и желаю, чтобы даже в 70 вы выглядели, как я в свои 218. Бонжорно, Герман. Хай, Джорджо. А где Данила? Его опять перепутали с женщиной, поздравили с 8 марта, он обиделся и ушел? Нет, нет, нет. Он поехал поздравлять с 8 марта свою Валенти. И что же он ей приготовил? Молодильные яблочки. Ты не поверишь. Он купил ей шикарное бриллиантовое колье в подземном переходе. О май гадабл, Джорджо, дэм. Мы же совсем забыли поздравить с 8 марта нашу Эвелину. Мы должны ей что-то подарить. А давай закажем 20 накачанных стриптизеров, и они будут угождать ей весь вечер. 20 стриптизеров. Но мы уже делали такой подарок для Антонио на 23 февраля. Артур, душечка, ну где ты там? Ну, он-то был счастлив. Хай, мальчики. Хай, Антонио. Бонжорно. У вас такие озабоченные мордашки, как будто вы стали рекламными лицами киргизского шиферного завода. Это не смешно, Антонио. Ты повторяешь эту шутку уже 5-й раз за день. Лучше подскажи нам, что подарить на 8 марта Эвелине. Ой, мальчики, это так просто. Ей нужно подарить то, о чем мечтает каждая женщина. Эвелина, с 8 марта мы решили подарить тебе то, о чем мечтает каждая женщина. Семью! Так я не поняла, что здесь происходит? Кто это? Это актеры Тульского драматического театра. Они целую неделю будут играть роль твоей семьи. Мама, я хочу пи-пи. Замечательно. Вы что, сошли с ума? Я не понимаю. Так, жена, ты куда? Ну-ка, навари мне борща. Вот я не знаю, что я с вами сделаю. Боже, как она счастлива. Это новый тренд. Я слышал, что недавно Абрамович захотел себе какую-нибудь экстравагантную бабушку. Так ему Мадонна целую неделю носки вязала. Доброе утро. Угу. Ой, Валера, посмотри, какую открытку мне Ванечка нарисовал на 8 марта. Так мило. Это вообще-то не Ванечка нарисовал. Это я нарисовал. Валера, и что? Это то, что ты мне подаришь на 8 марта? Какую-то стрёмную открыточку? Стрёмную открыточку? Я вообще-то ее все утро рисовал. С праздником. Ты вообще не любишь. Ну, Тонь, я тебе еще цветы приготовил. Твои любимые ромашки. Валер, ты вообще думаешь своей головой, а?
Я тебе тоже на день рождения уточку нарисую. Ты чё? Да я пошутил же, Таня, ты чё? Я же шучу. Я же люблю тебя, ну. А я не люблю. Тань, я тебе настоящий сюрприз приготовил. Ага. Ага. Смотри. Там. Та-да-дан-дан-дан. Валера! Ты собрал все свои носки! Да. Какой же ты милый! Спасибо ага. тебе! Это лучший ага. подарок! Здорово, Ржавый! А что это? На поле чудес новый ведущий нужен, да? Какой поле чудес, ё-моё? Блин, башка, у меня знаешь, какие проблемы? Я, походу, в розыске, блин. Ну так ты с этими усами реально на маньяка какого-то похож. Никакого маньяка. Меня, походу, кабан ищет, понял, блин? Да? Да. А ты что, опять это его братишку очкозавра присанул? Да какого братишку, блин? Я, походу, кабана присанул, понял, блин? Что, реально кабана присанул? Да, блин. Жава, ты что это, втихаря в качалку записался? Мышка, какую качалку, блин? А походу темно было, понял? А ты же знаешь, у меня, короче, на моей этой шестерке, блин, фары не работают, ближний свет. Mm. Вот я, походу, его и присанул, блин. А что, тормоза тоже не работают? Да, блин, башка, если бы я знал, короче, что такое будет, что кабан выйдет, я бы все починил, и тормоза, там, и ближний свет, блин. Mm. Здорово, Ржавый. Ты что, Шумахер, на поле чудес собрался, что ли, а? Так я тебе сейчас побыстроляну эти помидоры маринованные твои разобью. А, подожди, кабан, подожди. Это не Ржавый, это его брательник троюродный из Германии. Че? Я. Мюнхен. Че несет-то? Говорит, порву тебя сейчас в клочья, понял, да? Них. Их бин дольчин солдатом капитулирован. Да, говорит, хана тебе, кабан, говорит, сейчас в стиле бешеного зайца тебя порву. Все, ты че, слышишь? Да, вот в стиле криворучки. Великое отечество. Блин, башка, ты че базарил в натуре, блин, переводчик? Да я вообще-то прикалывался. А ты взял и по-русски сказал, я больше не буду. Я-то вообще с немецким акцентом сказал. Я больше не буду. Нет? Да ладно, Ржавый, не лей в компот. В следующий раз намажем тебя гуталином, скажем, что ты африканец. Ты че базаришь на туре? Сейчас чеку тебя. Очень красиво. Да. Извините, вот ваш заказ. А, извините, но я заказывала вегетарианский салат без мяса. А я наоборот с мясом. Ой, извините, я все перепутал. Сейчас поменяю. Ничего. Угу. Приятного аппетита. То есть вы утверждаете, что сегодня на пересечении МКАДа и Ленинградского шоссе вы прогуливались в таком виде и дышали свежим воздухом. Да? А что, это запрещено? Я не понимаю. И вообще все жанчики могли бы сделать даме подарок на 8 марта и отпустить меня домой. Ага. А ты нам сделала подарок на 23 февраля? Короче так, Снежана. Сюзанна. Повторяю последний раз. Или мы идем ко мне домой, и я знакомлю тебя со своей мамой, чтобы она отстала от меня со своими... Когда ты женишься, когда семью заведешь... Или 15 суток. А, ага, прям так и разбежалась. Ну ты какая разборчивая, а? Слушай, Амар. Чё? А может, я тебя познакомлю со своей мамой? Будет ей подарок на 8 марта, а? Ну, скажу, что мы хотим создать семью. Чё? Ты чё, баран, что ли? Чё? Вот! Кузелину познакомь с мамой. А чё, ей ещё 5 суток в камере сидеть? Так она старая и одноногая. Слушай, огурец любой из лапа, любишь Кузелину. Пошли. Вставай, Сувалу. Давай. Не с дамой. Слышишь, ты дама. Валера, покорми Ванечку. Тань, ну, сама покорми. Ну, Валер, я только что ногти накрасила. Валера! Валер, ну что ты сидишь? Ты покормил Ванечку? Да ничего не видишь? Я только что ногти накрасил. Валер, ты больной! Ты ненормальный человек, понимаешь? Ванечка!
Хай, Герман. Хай, Данила. О май гарабл. Ты что, пишешь смс-ку домой в верхней пупки? Данила, вообще-то я пишу стихи. Быть поэтом — это новый тренд, ты что, не знал? Кто, я? Я об этом знаю уже 3 года. Между прочим, Данила Фокс всегда в тренде. Оу. Тогда, может быть, прочтешь что-нибудь из своего? М? Я? Пожалуйста, пожалуйста, легко. Я красив, как пиджак из коллекции Гуччи. Я сексуален, как Клуни на пляже и летом. Я брутальней Хью Джекмана, я его круче. Я Данила Бздюхов из Крыжопля с приветом. Как смешно. Да. Хорошо, тогда прочти что-нибудь из своего. Ну, просим, 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 просим и ждем. Я шкаф отворил, томимый желанием, дрожащей рукою по полкам водил, и дождь барабанил, гонимый скитанием. Я стринги в безумии этом схватил, и врезались стринги мне в мягкое место, как копья, гонимые страстью идей. И мысли роились, и им было тесно, теснее, чем стрингам в попе мой. Это просто бесподобно, Бол. Это просто круто, Бол. Это просто так изысканно. Это невозможно. Это просто... Данил, тебе так понравились мои стихи? А? Нет, я просто купил себе новые мокасины. Посмотри. Это просто бесподобно, Бол. Это просто супер, Бол. Это просто изысканно, Кабол. Это просто бомба, Бол. Ну, посмотри, посмотри. Дорогие тетеньки, с 8 вас марта! Будьте всегда такими же красивыми, как пицца. Или как тортик. Или как курица-гриль. Пацаны, мы, походу, хавать хотим. С 8 марта! С 8 марта! Граждане женщины, от лица всей доблестной милиции поздравляем вас с 8 марта! Ура! И хотим подарить вам вот этот букет. Амар, ты дебил? Ты зачем весь дом взял? Укроп! Укропчик! Сегодня же 8 марта! Ты знаешь, что это значит? Это значит, что у нас в туалете висит календарь. Нет, это значит, что сегодня надо поздравить бабуську. Ты хочешь поздравить Пугачеву? И чем здесь Пугачева? Нашу бабуську поздравить с праздником и подарить ей подарок. Мы же ей дарили на прошлой неделе крысу. Ей не понравилось это. Да ладно, она так визжала от радости, когда нашла ее под подушкой. Нет, надо подарить ей что-нибудь масштабное. Это платье просто супер. Согласен, смотрится идеально. Степан, тебе очень идет. Кирс, ты считаешь, это достаточно масштабный подарок? Нет, я думаю, он ей будет маловат. Тогда давай себе возьмем, будем зимой ходить. А что, тепло? Что тут происходит? О, уважаемая Зинаида Петровна, мы поздравляем вас с 8 марта. Мы долго думали, что вам подарить. Мы знаем, что вы давно мечтаете о своей даче. Да. Поэтому мы решили скинуться и купить вам небольшой участок. Вот сертификат. Ребятки, спасибо. Большое спасибо. Земельный участок. На Луне? На Луне. Будете по пятницам на Луну мотаться. Вот вам эти веревочки, помидоры разные подвязывать. Да ну вас! Куда это она, укропчик? На Луну? Участок обживать. О,
Девушка, да выключите вы эту музыку, а сколько можно? Вы опять сорвали свадьбу в нашем ресторане. Ну почему? Ведь такой хороший момент был. Невесту украли, жених в одиночестве. Девушка, я как начальник охраны ресторана больше такого не потерплю. В следующий раз я отведу вас в милицию. Нет, отведите в следующий раз меня под венец. Ну, пожалуйста. Ну, не волнуйтесь. Ой. Катька, что случилось, а? Кать. Ты что, быстрее меня замуж выйдешь, Валик? Здорово, здорово, Жалый! Здорово, проходи, Юма. О, а что за вид? Ты чё, Ржава, опять это женское переодевался и перед зеркалом в расческу пил? Башка, ты чё, больной вообще? Сегодня вообще-то 8 марта. И я решил, короче, для своей матушки сделать сюрприз, о котором она мечтала всю свою жизнь, понимаешь вообще? Ты чё, соседскую собаку траванул? Не, ну, не такое, конечно, грандиозное событие. Так попроще, знаешь, но... Я, короче, приготовил званый ужин, а? Алле... Оп! Ну? Не шутя, Ржавый! А ты где все это украл? Башка, я не понял, ты чего меня обижаешь-то? Я лично вот этими вот руками заставил повара из нашей столовки вот это все приготовить, а? Понимаешь масштаб вообще? Короче, приступим. Смотри. Это семга в гриле, да? Это, короче, говядина в соусе тар-тар. Вот. Значит, это грибы, это какая-то лажа там. Вот. Мое фирменное блюдо. Готов? Беляши по-французски. Лё беляши. Лё беляши, давай. Ну, вердикт как? Ну, ничего, ничего. Ясен пень, конечно, ничего. А почему по-французски? Ну, как почему? С лягушачьим мясом. Я сегодня все утро там пруду этих лягушек доставал. И еще две улитки. Пашка, что, больной, что ли? Нафига мне колпак испортил, блин? А ты нафига мне аппетит на неделю испортил? Короче, башка, ты ничего не понимаешь в французской кухне, блин. Фу. Опа! А чей-то я не понял? Мам, подожди, подожди. Я приготовил для тебя сюрприз, о котором ты мечтала всю свою жизнь. А? Чего, соседскую собаку траванул, да? Да нет, нет, нет. Кое-что покруче. Готово? Значит, смотри. Это говядина в соусе тартар. Значит, это лё беляши. И мое фирменное блюдо. Перепелка в винном соусе. Танечка, а куда делся наш попугайчик? Ты что, скотина? Попугая моего! Мама, подожди. Сварил? Ну послушай, ну где бы я перепелку-то взял бы? Откуда? Сволочь, он же говорит ему! Мама, если бы ты слышал, что он про тебя там договорил, ты бы уже давно с яблоками приготовила. Сволочь, я сейчас твои яблоки начищу! Сволочь какая, а? Скотина! Я тебе сейчас поговорю! Сволочь!